Всем привет! Мы на сайте School Culinary и сегодня будем готовить заливной пирог из картофеля с курицей. Заливной пирог из картофеля с курицей получается очень вкусным и не занимает много времени при приготовлении. Заливать таким тестом можно не только курицу, но и любую другую начинку, например тушеную капусту, грибы или фруктовый джем. Ингредиенты, которые нам понадобятся, это куриная грудка 500 грамм, 1 луковица, 5 картофелин, 500 грамм кефира, 2 столовые ложки муки, 2 куриных яйца и соль по вкусу. Для начала куриное филе моем, режем маленькими кусочками, картофель очищаем, режем на маленькие кубики. Лук очищаем и также режем на маленькие кубики. Кефир выливаем в миску, добавляем к нему яйца, просеянную муку и 2 щепотки соли. Все перемешиваем. Форму для выпечки смазываем, посыпаем мукой и выкладываем часть теста. На тесто выкладываем картофель и курицу, сверху посыпаем луком. Закрываем оставшейся частью теста и выпекаем в духовке 45-60 минут при температуре 180 градусов. Приятного вам всем аппетита!